португальской двухевровой монетки идеально подходит, так скажем, ко всем праздникам, которые относятся к медицине. И вот сегодняшний день – это не исключение. У нас день 19 июня – это день медицинского работника. Вот такой вот вечный подвиг он вам по плечу. Ваши руки бессонные и святы. Низко вам поклониться хочу, люди в белых халатах. Вот ежегодно в третье воскресенье июня в России, Армении, Белоруссии, Казахстане, Молдове и на Украине по многолетней традиции отмечают День медработника, День медика. Вот основанием для отмечания этого профессионального праздника служит указ Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года о праздничных и памятных днях. Вот о внесении изменений в законодательство СССР о праздничных памятных днях, и эта вот традиция сохраняется и сегодня. А профессия врача, она одна из самых старейших в мире, и в настоящее время она востребована буквально всюду. Каждый из нас хотя бы раз в жизни обращался к доктору за помощью и лечением. Ведь даже в самом начале жизни у человека при рождении младенца непосредственно участие принимают доктора. А современное здравоохранение и усилия врачей направлены не только на лечение болезней и поддержание здоровья человека, но и на его развитие. Вот. Искренне поздравляю всех медработников и ветеранов с профессиональным праздником. Благодарен вам за то, что в самые трудные минуты вы приходите на помощь и спасаете наши жизни. Вот. Желаю еще с большей ответственности, сердечности и неравнодушия к пациентам. Ну, еще напомню, что вот ежегодно 12 мая отмечается отдельный еще как бы Международный день медицинских сестер. Ну, тоже как бы в русле этого, но как бы свой отдельный у них немножко праздник. Ну что ж, как бы какие-то анекдоты еще хотелось бы вспомнить, что ли, так как времени много и даже навалом. Вот врачи, кстати, перестали мыть руки перед осмотром пациентов. Как же мокрыми руками деньги-то брать? Это понятно. Вот один игрок из американского футбола завещал свой мозг медикам. А ты что, думаешь, что они смогут его там где-то найти? Два студента-медика зашли в пивнушку, взяли по кружке пива. Один сдувает пену и говорит: какое сегодня пиво пенистое. Другой ему отвечает: достал ты своей латынью, скажи просто хреновое. Выскочил ячмень на глазу, мама-медик, спрашиваю, что делать-то? Как лечить, чем лечить? Плюет на дулю, тыщет в глаз. Все, говорит, скоро само пройдет, другого лечения нет. 21 век, нанотехнологии. Разбивается русский на германском автобане, попадает в больницу, требуется переливание крови, врачи ищут добровольцев. Приходит первый немец, анализы крови делают, все такое, не пройдет, у него первая группа, у вас вторая. Приходит другой немец с первой группой, увы, нельзя, у вас резус фактор положительный, а у него отрицательный. Приходит третий, не подходит, к сожалению, ваша кровь, говорят. А почему? И вот и группа крови, как бы, и резус, все правильно, а почему не подходит-то? Да вы понимаете, у нас вот содержание алкоголя в крови слишком низкое вот у вас. А у русского очень высокое содержание алкоголя. Вот боимся, как бы отторжения не было. Кстати, убедительную победу одержали российские медики на международном конкурсе проктологов. Они впервые в мире провели операцию по пересадке геморроя.
Профессор спрашивает у студентов-медиков: «А чей это скелет?» «Колхозника», – уверенно отвечает студент Рабинович. «А почему вы так решили?» «Ну, мясо сдал, яйца сдал, шерсть сдал, кожу сдал, одни кости и остались». На этом, пожалуй, все. Спасибо за внимание. До свидания.